понедельник утром 11 ноября в ремонтной мастерской одного из предприятий неожиданно обрушился металлический стеллаж. В это время там находилось трое рабочих. Их придавило конструкцией. Они получили серьезные травмы и были госпитализированы в Бобруйскую центральную больницу. Один мужчина поступил в травматологическое отделение, а двое других – в реанимацию. Вчера проводились диагностические вмешательства, операции проводились. На данный момент состояние их стабильное. Сейчас планируется сегодня дообследование и, возможно, перевод в общее соматическое отделение, отделение травматологии и хирургии. Естественно, оперативной группой проведен осмотр места происшествия. И для проведения экспертных исследований и установления точной причины обрушения изъят данный стеллаж. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Сегодня следователи проводят опрос коллектива предприятий, изучают необходимую документацию и исследуют состояние рухнувшего стеллажа, способ прикрепления к стене и возможную перегруженность полок. Людмила Любимцева, Максим Галенко, Бобруйск, 360.